Может, я в бывшем кошечка была. Коль уж зашли в ресторан с девчонками-то, решил снять для вас мукбанг. А мы находимся в ресторане «Панорама». Он находится... Сейчас проверим. И с каким видом? Вот с таким видом мы кушаем. Приятного аппетита. Спасибо. Все вкусно. Так, возвращаю камеру на место. Как говорится, наконец-то у меня типа разнообразие, да? Какое-то. Кошак. Кошка тут сейчас сидела. Так. Картошка, рис. А еще пенные напиточки. Очень много мяса. Да. Это куриное филе, да? У меня в песто соусе оно. А вы знаете, что такое жанр мукбанг? Нет? Нет, вообще это пошло из Кореи. Это когда вот блогер, допустим, кушает, а другой человек смотрит тоже, берет что-то кушать, и вы вместе кушаете. Только один зритель, а второй, ну, типа, снимает, как он кушает. Короче, покушать вместе, типа, да. Корейцы очень одинокие люди сами по себе. Вот, и поэтому у них такое вот завелось, что кто-то снимает, и потом можно вот вместе сидеть онлайн, кушать. Вы тоже что-нибудь себе берите вкусненькое. Она тоже ко мне прибегала, кошка. Брокколи. Хоть что-то полезное, да? На самом деле песто соус должен быть зелененький. Какой? Не, у меня какой-то там карри. Карри. Но там стояло, что в карри нету. Это, видимо, луковое колечко. Да. Все правильно. И мой любимый рис тут тоже имеется. Во. Ну что, мы погуляли. А, девчонки уже ездили на фуникулёре. Поднимались на крепость. Они были только с одной стороны, получается. Вот. А сегодня прошлись совсем по другим местам. Пешком. Надеюсь, музыка не очень громко тут будет играть. Они мне ее не вырубят. Я уже сегодня утром вам снимал мукбанг. Поэтому этот мукбанг выйдет, скорее всего, завтра уже. Сейчас завтра. Вот, видите, морковку ем, брокколи съел. Полезно. А то они очень все переживают за мое здоровье. Не переживайте. Лучше накладывайте себе что-то. Идем кушать. На канал уже, я думаю, вышли это видео. Две части нашего восхождения. Да, точно. Почему две части? Потому что очень длинное бы одно было. Я боюсь, вам было бы неинтересно. А так по частям можно посмотреть. Сегодня воскресенье, погода супер. Давайте дзинкнем. Да-дам. Ирина покормила кошку, теперь не может отвязаться от нее. Она теперь прям требует. Как говорится, не делать добра,
не получишь. Зла она. Не-не. Она голодная. Ладно, их тут так кормят. Она в ресторане находится. Куда? Это картошечка фри. Просто представляете, с каким видом мы тут сидим и кушаем. Да. Я с одним другом приходил, потом в августе с друзьями приезжал. И вот теперь с вами. Я тут то ли третий, то ли четвертый раз уже. Что ты все знаешь? Не, я имею в виду в ресторане. Я это и думаю. А, ты имеешь в виду блюдо? Все блюда, все названия. Слушай, вкусный равиоли готовят. Но, к сожалению, меню поменялось, равиоли убрали. К сожалению, ну ничего. А, у меня сейчас еще спросят по ценам. Вот это блюдо. Тут горсточка риса, горсточка картошки. Куриного филе прям, наверное, я не знаю, тут грамм 300. Вкусного приготовлено, да. 140 лир оно стоит. А пиво где-то, наверное, 45-50 лир. Это они всегда интересуются у меня, как? Ну да. Что? Пойдем. По сравнению с прошлым годом, да, например, цены, в принципе, везде в Турции поднялись. Но пиво здесь, так, по-моему, стоило 35, да, 35 стоило. А сейчас, грубо говоря, там на 10 лир выше стало. Ну, то есть, и даже не в два раза, как в магазинах. Ну, как говорится, за сервис. Очень хорошо прям обслуживают. И за вид. Надо платить. Покажу вам их. Представляете? Вот мы кушаем, вот наш стол. Вот остатки моей еды. Девочки салатик кушают. Рыбка. Моя кошка внизу облизывает наконец-то. Это палочка. Хрустящая такая. Вот, может, да, соус ее макать. Типа. Еще, конечно же, нам принесли закуски сначала. Осталось тут немножечко. Это вот такие вот помидорчики с перчиком. Ну, типа запеченное, что-то такое. И йогурт с зеленью. Да, и вот такие булочки принесли прям горячие. Она прям, видите, воздушная. Нажимаешь, она как... Она правда похожа на подушку. Я в детстве, ну как в детстве, со второго класса по пятый включительно в школе ходил в театральный, как это, кружок типа. Да. Я всегда был на главных ролях мужских. Вот всегда почему-то, не знаю. Я типа большой, там про богатыря была, история под, Петрушка и подушка. И вот с этим мы даже ходили в детские сады, выступали. Да. Не типа большой, это мужчина настоящий. Вот видите, говорят, я мужчина. Большой. Ну, а какие данжи должны быть, да? Вот хлюпики, что ли? Ну, это интересно, когда рядом хлюпик. Когда мужчина такой, это интересно. Не, они меня осуждают. Ну, там, за манеру вот общения. Типа, многие пишут, обабился, как-то вот такое. Какая глупость. Я всегда такой был.
Культуру нельзя обламиться называть. Да, вот они, те, кто умные там люди у меня, подписчики, они всегда говорят, что ну, он просто культурный, то есть, ну, все ждут, когда я буду сидеть и матом, знаете, посыпать. Если вы хотите, добьетесь. Я знаю пару словечек там. Нельзя реагировать. Ну, реагировать, да. Но я овен. Мне, блин, так охота всегда отреагировать. Музон на заднем фоне. Надеюсь, никаких авторских прав я не нарушу. Я стараюсь говорить, он, в принципе, не громко. Такое может быть? Да, на Ютубе есть авторские права. Не, ну если это ты сидишь в ресторане, играет музыка. Все равно, да. Будет монетизировать контент либо правообладатель, либо вообще могут заблокировать. О-о. Да. Если это, конечно, не твоя песня, да, либо ты там не купил права на нее, вот, то можно попасть, короче. Что вы со мной кушаете, скажите? Ладно, я с вами еще чокнусь. И мы будем дальше кушать уже без вас. Всем приятного аппетита. Давайте пальчики вверх за вас. Дзин-дзин. Не, можно вот так сделаем? Да-да, конечно. Да-да! Счастья, любви, хорошего настроения. Собирайтесь в отпуск, кушайте вкусно, кушайте со мной. Полезную еду. Полезную еду, да. На берегу Средиземного моря желательно, конечно. Как минимум. Вот. Всем пока.